Дим, привет! Сейчас попробую тебе показать настройки, которые я использую, когда сохраняю видео в Камтазии. Записала кусочек видео, останавливаю и сохраняю. Вот что выскакивает после нажатия на стоп. Значит, здесь мне нужно выбрать. Нажимаем сюда. И я выбираю обычно YouTube HD. Окей. И дальше здесь вот получается у меня две звуковые дорожки. Одну звуковую дорожку я убираю удалить из шкалы. Убираю, вот здесь убираю галочку, и тогда у меня тут становится больше. Вот эти все ключевые, ну, масштабы я тоже убираю. И убираю тут вот панорамно, как там, короче, масштабы тут убираю. Для того, чтобы тут вот у меня была большая картинка, потом я увеличиваю и начинаю отрезать лишнее. Удалить. Так. Потом слушаю, вырезаю какие-то моменты, которые мне там не нравятся, да? И сохраняю. Как я сохраняю? Нажимаю вот эту кнопочку. Здесь выбираю HD. Здесь выбираю «Далее», вписываю название, смотрю, куда оно сохраняет, или выбираю другое место, и нажимаю кнопочку «Готово». После этого оно начинает сохранять. Не думала, что у меня получится это записать, но смотрю, что записывается. Классно. Не пробовала уроки по Камтазе еще записывать. Может быть, как-нибудь займусь этим делом. Так, вот оно сохранилось. Потом я закрываю, оно мне предлагает сохранить. Ну, то есть, если ты тут много резал всего, то тебе надо, да, сохранить. Но вдруг ты захочешь переделать. Называешь опять-таки этот файл, это будет в проекте. И сохраняешь, смотришь, куда оно сохраняет, естественно. Сохраняешь. Но тебя предупреждает, что это проект сохранен только. Окей. Вот, собственно, и все. Потом мы заходим. Не помню, где оно там сохранилось. Кстати говоря, тот кусочек. Камтазия вот здесь, по-моему. Камтазия, вот. И вот готовый файлик. Его уже можешь загружать на YouTube. И он у меня выглядит вот так. Дим, привет. Сейчас попробую тебе показать настройки, которые... Вот. Могу еще... А, не могу. В следующем видео я покажу, как я работаю со звуком, чтобы он был качественнее. Все, пока.